Добрый вечер, 10 марта, и заканчивается, уже практически осталось несколько дней до экспирации мартовского контракта, и на носу июньский 2017 фьючерсный контракт, и сегодня мы рассмотрим детально основные контракты, которые по 3 месяца, Еврик, S&P, индекс РТС. На следующей неделе также официально уже вступает в силу новый контракт. На некоторых инструментах уже начал приходить объем. И по традиции мы начнем не с новостей, а с ответа на вопрос Александра. Вопрос по управлению несколькими позициями в Wolfix с 10 контрактами. Ага, я понял. Значит, смотрите. Если у вас есть позиции там долгосрочные, и вы работаете еще внутри дня, то есть они не пересекаются, чтобы не крыть полностью позицию, которая стоит в лонг, просто сделайте два субсчета. Большинство брокеров идут навстречу, и на одном счету вы торгуете долгосрочно, держите позицию сколько хотите, а на одном счету специально делаете его под спекуляции. Так вы не запутаетесь, и с позициями все будет хорошо, и все будет структурно, четко и понятно. Сами так пользуемся. Это лучше всего. Другого варианта, ну, просто запутайтесь. Можно там спекулировать, но это не то. Так, ну, в общем, по событиям и новостям, которые ждут нас на следующей неделе. Эта неделя была более-менее спокойной и такой более праздничной. А вот на следующей неделе действительно может быть шторм волатильности. Итак, что нас ждет? Ну, во-первых, экспирация многих фьючерсных контрактов. Это достаточно сильно влияет на весь торговый ритм и новые контракты, это как с чистого листа, новый этап торговли. Значит, вторник, объем промышленного производства, Китай. Германия, индекс экономических настроений и индекс цен производителей по штатам 15.30. Но это еще спокойный день по сравнению с другими. Среда будет очень насыщенная по штатам. Там и фонд Forecast и доклад ФОМС по процентной ставке ФРС, выступление Йеллен. В общем, начинается все бурное событие, такая вот череда новостей и событий с 15.30 и заканчивается в 21.30, завершение делает выступление Йеллен. Так что будьте осторожны, с 15 марта может начаться хороший такой кач, и это может быть таким первым импульсом на новом контракте, с чего потихонечку начнется новый тренд. На еврике только что было 1,036. Не поверьте. Сейчас. Так, продолжение. Так, из самых важных это заявление ФОМС и решение по процентной ставке. Пока прогнозов даже нет у аналитиков, поэтому будем готовы. В четверг. Значит, в четверг отчитывается Новая Зеландия по ВВП. Нам это давайте чуть попозже, Роман, насчет платформы. Решение по процентной ставке в четверг в Швейцарии. Это будут события в 11.30, и в принципе у них сейчас минус 0,75%. Достаточно интересно будет, будут ли изменения, пока аналитики ждут, что останавливают на том же уровне. Еще одна процентная ставка в четверг – это Британия. 0,25% сейчас ожидает, что останется на том же уровне. Вот. Так что два подряд дня с процентными ставками. Также забыл сказать, в Японии докладом о денежно-кредитной политике в четверг поздно ночью, ну да, в четверг поздно ночью, утром очень.
Так что вот так вот. Ну, пятница у нас большинство сейчас контрактов уходит в экспирацию, в историю. У меня всегда было плохо произносилось это слово. Квадропа. Не буду его произносить. В общем, вы меня поняли. Экспирация. Так что на следующей неделе, 15-16 число, будет очень волатильным. Ну, может, не гиперволатильным, но может измениться и динамика, и тренд. Все что угодно может быть. Если все банки изменят процентную ставку за 2 дня, то тем более Британия и Штаты. Если еще и Швейцария, то будет достаточно этого события, чтобы хорошенько создать, ставить без изменений. Я на самом деле, ну, оставит, не оставит. Для меня это событие только как точка сильного всплеска волатильности, не более. Я очень много раз наблюдал, когда тот же самый потолок долга по штатам уже там технический дефолт, весь июль, забыл в каком году это было. По всем биржевым телеканалам так просто на всех напугали, что ой-ой-ой, просто что доллар исчезнет, все, потолок долга, все. Приходит этот день, как сейчас помню, 11 августа вроде. Ничего, подняли госдолг, все, дальше живут себе как и раньше. Зато жути нагнали, ой-ой-ой. Так что нужно просто к этому относиться как к точке волатильности, не более. Для системного тренинга это не самый хороший, ну, не самый хороший момент для торговли. Волатильность менее предсказуема. Так, далее. И начнем с S&P. Я вот со следующего Wall Street Online планирую разбить инструменты не по секторам, а российский рынок и зарубежный рынок. Как вы на это смотрите? Вначале РТС, рубль, Сбербанк, Газпром, там Роснефть просмотрим, а потом уже зарубежка. Ну что, я заметил, что достаточно большое количество зрителей непосредственно в основном смотрят тикеры, обзор по тикерам российского рынка, и зачем им ждать целый час, чтобы, ну, до еврика досидеть, то есть, вернее, до рубля. Поддерживайте, да? Добро. Ну, со следующего Wall Street Online такое будет нововведение. Так. Что это такое? А, сейчас мы S&P. Как раз на следующем Wall Street Online больше, ну не больше, просто будет немножко времени потратим на оглашение результатов публичных трейдеров. Талантов нужно называть по именам. Это хорошо. Ну, Михаил, я только за, чтобы у вас получались прогнозы. Можем как бы даже колонку какую-то добавить, раздел прогнозы Миши для Миши, или как-то так, в общем. Я только за. Достаточно неплохо дополняете в чате обзор. Жаль, что зрители этого не видят. Ну, так, волатильность потихонечку средняя раскачивается, как раз идет дело к фиксации. Сейчас мы, видите, позиции, прирост позиции завершился еще 5 числа, сейчас только уходят.
Сейчас мы переключимся на мартовский. Потихонечку фиксируется. А на июньском контракте, несомненно, уже 810 тысяч. А ликвидность это по S&P пока 586. Не все еще перебежали, но с понедельника, я думаю, остальная часть будет уже на June 17. Если вы еще открываете позиции на мартовском, то все, прекратите это. Сразу с понедельника на June 17 переходите. Вот. И вот эти недели будут достаточно интересны, так как на следующей неделе все сделки будут переходить со старого контракта, то есть это будет чистый открытый интерес, чистое открытие. Если будет хороший объем заходить, то может хорошая быть точка для старта тренда. Причем мне как бы будет выше 2400, неважно. Самое главное, чтобы была хорошая твердая площадка с сильной ликвидностью. То есть куда уже становиться, это дело для спекуляции безразличное. Так, на June по дельте у нас пока ничья, то есть нет четкой какой-то направленности, участники открывают на новом контракте пока без цели. Скорее всего ждут фомку и там дальше уже и процентные ставки Британии. На мартовском тут также текущую активность нет особо важности уделять внимание. Лучше выделим уровни, которые были на контракте значимыми. Диктор с меня, конечно. И которые пригодятся на июньский контракт весна. Зима закончилась, еще одна. И близится весенний период, самый интересный. На рынках бизнес-сезон и достаточно может быть неплохой тренд. Летом немножко затишье будет это сезона, поэтому не пропустите. Так, сентябрь, почему это у нас? Мы ставим с декабря. Первые три места, кто по CME Forbes. Соответственно, 3 плюс 3 месяца к пакету 2.1. Такой вот небольшой бонус. На июньский контракт полностью расписано детально правила участия. Будет размещаться. И, ну, там не особо много изменений будет, но просто это будет расписано, кому интересно ознакомиться и разобраться. В принципе, принимать участие может абсолютно любой человек. Так, когда заканчивается, допустим, тестовый доступ, программа Wolfix еще работает, но в медиа режиме, то есть доступны окна сеттинг и окно ордеров, то есть вы можете открывать позиции и участвовать в конкурсе, даже если вам не нужен пакет, то есть быть в сообществе, принимать участие, поддерживать связь. И если нужны детали, как пользоваться этим окном ордеров и трейд сеттинг, с понедельника напишите Роме в Wolfix Education, и он подскажет вам, как это лучше настроить. Так, автоматом программа уже. Ой, сори. Перепутал. С понедельника перейдет. Я уже думал, перешла. Выделим. Вот миллион и 57.22.57.22.72 ядро контракта. Потом вторичный уровень еще стоит отметить в качестве площадки на саппорт 22.88.22.94. Тут прекрасно
простояли во флете как раз при подходе к пробитию локального максимума, подготовились и на хорошей дельте в принципе пошли. Второй такой плацдарм был у нас на 46 по 50. Вот здесь достаточно жесткий дисбаланс. А массивность еще одна была на 58. То есть это в принципе как саппорт имеет смысл мониторить на следующем контракте. Я выделил пунктирным. То есть две линии пунктирные. И 58-23. Тут массив, сам массив. Огромное количество сделок, объемность 58 по 66. Итак, это номер один уровень ядро контракта. То есть самый крупный массив. Затем идет по значимости вот этот. Третий у нас идет здесь. Тут пару недель простояли. И поддержка на 46-50. То есть первый, второй, третий и четвертый. По значит приоритетность, если рейтинг выстроить. Далее. Возьмем также, выделим вот этот участок здесь, промежуточная такая дозагрузка была на покупку, пару сессий тут пригодится. Другой какой-то цвет возьмем, вот. А как, кстати, там позиции по тем валютам, которые у вас были? Франк, кажется, и канадский. Вот. 23-24 и 2-3 троечки необходимо выделить. Промежуточная дозагрузка. Дельта здесь прям напрашивается на комплимент. Очень хороший дисбаланс. По ликвидности отметим такие участки. Плотненько шла поддержка в конце января. Тут ресессии неплохие. И вот тут по большей степени была, наверное, фиксация всех этих покупок. Вот так стартовал, кстати, рекомендую посмотреть на истории. У кого полный пакет, ну, либо вообще как бы пакет есть там по российскому рынку, либо по зарубежному, посмотрите на истории, как открывались по вашему инструменту новые контракты. То есть вот первая ликвидная сессия, вот так, видите, перетекает объем. За 3 дня разгоняется с 116, потом 400 тонн оборот, миллион. Ну, в принципе, вот 9-12 декабря уже S&P на полную мощность вышел на мартовский. А экспирация еще, ой-ой-ой, целая неделя была до экспирации. Вот. Достаточно такая хорошая массивность. Красивый сброс топорей, без этого никак, и потом нежданный, негаданный флэт. Это было, конечно, в этом контракте жестоко. Так, далее. У нас получается 1 700 000, 800 и топ вот 2 миллиона. Это рейтинг по ликвидности с крытым интересом. Пик был по количеству крытых 3300, но больше в принципе не было. То есть это был, скорее всего, наиболее шикарный уровень. Вот так возьмем, чтобы не было лишних графиков. Итак, если июньский контракт атакует эти два уровня поддержки, то есть в принципе, если S&P удерживают выше 23.46-23.50, неплохие предпосылки для еще какого-то роста, возможно, там часть контракта, но сильная поддержка на этом уровне
То есть можно даже алерт ставить на 23.45, пока не уйдет S&P ниже, могут толкать. То есть я думаю, что пока процентную ставку не поменяют, особо не повысят, будут продолжать ту же самую схему. И политика Трампа, ну, пока еще не ощутима так, чтобы прям во всех новостях трубили, что творится, что происходит. Судя по всему, та же, как тот же капитализм и монополия тех крупных банков Америки продолжает по той же схеме работать, поэтому тянуть могут долго, и там могут скидывать все, кто хочет продавать. Весна – это бизнес-сезон, поэтому какой-то тренд еще может продолжиться на рост. Опять же, триггер будет достаточно такой нескромный, это, к сожалению, пробитие уже самого контракта, ну, ядра. Это прокатиться можно на шортах, но конкретно уже позиционно намеки сильно будут, и если это будет еще за очень короткий промежуток времени, то есть сильный слив. Если это будет в течение контракта всего, то никому не пожелаю такого тренда. А весной бывают очень-очень такие коварные. И модели новые появляются, такие серийные. Вот на этом контракте до конца января, видите, стоял просто S&P и уничтожал все, что можно только. Не давали заработать, динамика пошла только уже, когда февраль начался, пустили. Мучили, вот, нормально так мучили. Так, по сопротивлению здесь отметим маячки 95-23, 23-95 по 96. Так, можно алерт прям туда ставить. С учетом того, что уже на носу экспирация, многие фиксируют покупки, и, как видите, особо это не повлияло на динамику S&P, то есть если здесь затарились на buy, то сброс массовой покупок — это огромная ликвидность на шорт. Как видите, даже какого-то пролива не было, просто вот стоит мертвая и не уходит ниже 23.50. Соответственно, какой-то байер это все удерживает, то есть есть какой-то байер, причем по дельте даже вот проскакивает периодически. Вот я не, поэтому и выставил уровни, следите за поддержкой, особенно вот эта массивность достаточно хорош. Тут уже фактически три раза, два так точно, а третий немножко не достали 23.50. Вот этот уровень поддержки, там 23.51. Три раза не пускают. То есть так, в принципе, формируются якобы голова и плечи с точки зрения технического анализа. С точки зрения объемного анализа пока еще не доформировалась фигура на разворот, но модель интересная. Ну, на следующей неделе это все, в принципе, будет уже иметь четкую картину, и будем следить. FESX. Так, FSX. А вот из присутствующих кто-нибудь работает с инструментами Санкт-Петербургской биржи? Ну, либо ознакомились, какие есть инструменты, что можно смотреть, пощупать стоящие.
Только акции еще нет. Странно. Биржа Санкт-Петербурга, акции NASDAQ. Что это тут не то? Да все, что интересно, те же эти ETF, какие-то CFE, потом да даже те же фьючерсы, commodities, либо же валютные. Ну, я так понимаю, фьючерсов там нет, уже мне сказали, только фондовый. Но если фондовый, более расширенный европейский фондовый хотя бы сделали. Давайте такие вопросы сейчас попозже. Сейчас я закончу обзор, потом про инструменты. Чтобы я не отвлекался, многие хотят сейчас, потом в конце, окей, напомните. Так, ядро у нас по FSX смело можно брать 32.90, 33.15 и 32.55, это уже дополнительный 32.80 такой левел. Ну, очень плотно поработали 32.90, 33.15, с него в принципе уже и стали. Тут две недели была без компромиссная такая четкая дельта на стороне байера, и сейчас вот периодически проскакивает, как видите, с учетом того, что завершение контракта, и тут в принципе должна в основном фигурировать дельта на шорт, а там нетушки, там все на покупках проскакивает. То есть есть предпосылки еще двигаться наверх, скорее всего. Возможно, это такой новый вариант маневров. Ну, по крайней мере, пакетно могли бы проскочить какие-то крупные селлеры. Вот эта поддержка. Я сейчас отмечу массив ликвидности, а сам уровень поддержки вот чуть ниже, два дня, видите, два раза подбросили немножко дровишек, чтобы удержали цену, ценушку. Возможно, специально, чтобы зафиксироваться хорошо, но если FSX начнет уходить ниже, в 33.76, аккуратнее, особенно если это будет прям на очень хорошей ликвидности и очень быстро, за пару сессий, например, в среду либо четверг. Как видите, у FSX в последнее время очень ухудшился модель динамики. То есть, как видите, пару сессий драйв, потом идет на две недели в боковой флэт по типу такого нотной грамоты. Три недели просто безумие, туда-обратно, каждый день туда-обратно. И потом два дня, если эти два дня пропустили, все, это плохо. То есть позиционно еще куда не шло, достаточно так аккуратно, но там среднесрочно коварненько себя ведет. Так, по поддержке вот 33.42, 33.30. Так, значит, те, кто недавно с нами, либо только-только посетили Wall Street Online первый раз, каждый обзор записывается, и там в течение выходных, либо уже самый крайний случай в понедельник, размещается запись, можно на YouTube канале посмотреть. И даже стараемся поддерживать связь там, если вопросы задают непосредственно на YouTube. Так, и повторим. Значит, массивность номер один, ядро. Тут, само собой, 32.90, 33.15. Это контрольный уровень. Если уже идут атаковать этот локейшн, у нас остается 32.55, 32.80. Здесь как раз была модель снятия стопорей, вот
тащили всех подряд. И сразу же ушли на покупку, порядка 2 недель была такая четкая дельта. Поэтому последний блокпост 32.32, скорее всего, ну, ниже просто нет уже смысла даже. Тут как бы про сохранение тренда на бай среднесрочно, там, на неделю, уже после пробития 33.30, 33.43 можно пока повременить с ростом и подождать, пока там успокоится. В отличие от других контрактов, пока работает FISX на максимуме и не падает странным. Так, это март. Уже есть открытый интерес на джун, потихонечку переходит, плавно перетекают. Так. Такая ликвидная сессия была. 93 тысячи контрактов 16 декабря и дельта 16 декабря 0. 11 контрактов разница. Вопрос тем, кто в чате, как можно так создать, загрузить ликвидность, чтобы чуть ли не топовая сессия по ликвидности, дельта 11 контрактов. То есть так, чтобы в цифрах это выглядит 46 тонн на стороне бидов и 46 тонн на стороне асков. Там разница буквально 512 контрактов и 523. Это очень уж в открытую зашли в начале контракта на DAX'е. Ай-яй-яй-яй-яй. Видите как... Так, 19 числа выделим ядро 11620 и 11540. Это возможно фиксация была там по старому контракту, массово всех скинули, посводили, да похоронили этот день. Потому что с 19 числа вон уже более-менее все цивильно и аккуратно делают. Ну да ладно. Ну такую на самом деле дельту на S&P очень часто я встречаю. Там внутри минуток это само собой. Там маркетмейкеры стараются, подставляют руку помощи, наполняют ликвидностью, но очень часто уже из там 10-5 минуток может быть 2 еще с какой-то дельтой нормальной, остальные все балансовые, то есть, ну, в холостую. Так, и поддержка у нас тут такая вот идет. Да, кстати, через недельку будет в среду открытый вебинар. Свои небольшие исследования по реверсивности рынка буду делиться, абсолютно на свободный вход, приходите, там за анонсами следите. В среду, вот точно не скажу в какую. Так, 11540, 11620, это у нас центровой массив, второй по значимости 11760, с него так неплохо оперлись 11830, и сейчас вот тут прям в открытую 940 и 930 удерживают прям. Как будто сказали ни шагу назад. Смотрите, что творится. Это маячки с сильным дисбалансом. Тут вот неплохо постарались.
И тут 5 сессий подряд жестко так стоит. Пробитие этого уровня, соответственно, уже под вопросом тогда 760-830. Ну, посмотрим, как будет контракт 11540 по 620 удерживать. По динамике получше, чем FSX на DAX. На FSX просто безумие было какое-то, а не контракт. Кто торгует, наверное, согласны. Так, 2 недельки сбросили, вот, и ушли опять на рост. Эти уровни стоит зафиксировать. Посмотрим сейчас на июньском, какая у нас идет активность по агрессору. Понятно, почему у нас тут так. Это пока арбитражники балуются. Пускай балуется. РТС. Топовая по ликвидности 1 100 000, сессия была 9 числа. Сегодня пока вот пауза. Но как показывает практика, ну вот, то есть практически похожая картинка вот здесь. Сильное движение, потом пауза, может быть еще один день. Ну, там уже новый контракт начнется, но это не ликвидность пока на сильный разворот. Обычно разворачивается резко при таком, при такой динамике. Вот, 5 тысяч контрактов всего лишь дельта. Ну и как интерес уходит на нет. Конец контракта. Видите, тут последний раз пытались открывать. Это было вообще в конце февраля, 1 марта. Фиксация в основном идет. Это может создать дисбаланс, отсутствие селлеров и какая-то ликвидность уже хотя бы даст коррекцию. Ну, с понедельника сразу июньский включайте, даже не задумываясь, на нем уже торгуйте, чтобы потом не фиксировать. 130 тонн сегодня разместили, вчера было 67. Их дельта вся на шортах, как видите. Печально, но такая активность. Ну, не факт, что это прям повлияет сильно на динамику. Вот именно на следующей неделе объемы, это будут ключевые уровни. Сформируется первый массив, и с него многие контракты начнут формировать свой первый тренд весной. Так, это у нас по дневкам. Ядро 118 и прям по 100, где-то там 116 смело можно брать вот эти. Тут хорошенько были по ликвидности заслуженным. Так, эти уровни мы сейчас пока уберем. Для примера, ну да, в середине обзора валютные фьючерсы рассматриваем. Будет. Так. Цвет не очень, конечно, тут. Вот так относительно нефтянки выглядит РТС. Динамика
сельки просто невероятные. Так, так, так. Теперь еще майсик здесь хотел показать. Тут даже не отдыхали, как на РТС. Тут немножко был такой перерывчик. Шли, шли, шли без остановки. Буквально на 2-3 сессии и сразу в пляс. Это относительно MySX 10, то есть основные там фишки входят, и как видите, он зачастую стартует раньше, даже если на днем как смотреть, это очень неплохо. Структурирует и подсказывает, насколько у нас ситуация хорошо либо плохо по фондовому, так как индекс RTS — это индекс фондового рынка, это безусловно хорошая фундаментальная базовая основа. Так, что-то я заговорился. Так, и ближайшие уровни, которые, ну, прям уж очень нужно отметить, это ликвидность, которая $111, $150, $110, $200. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть сессий. Ликвидность. 4 из них точно была повышенная. И вот такие маневры. Как вариант, сценарий на снятие стопорей. И понедельник, если нефть, конечно, не остепенится, может такое пройти. Если дальше нефть падает камнем вниз, то плохо. Будем следить за нефтянкой. Ну, в общем, самая ликвидная — 1 100 000 на мартовском. На ильинском пока немного. Как видите, совсем 10% только перешли. Поэтому следим за уровнями мартовского. Здесь прошу заметить вот эту агрессивность. Три сессии подряд. Вот. Далее. Ну, похоже, у них не получится пока закрыть даже выше зоны стоимости. На всякий случай, 2 дня подряд вот этот коридор активности со стороны байеров. Ну, по крайней мере, были попытки. Если у них получится толкнуть выше этого коридора, соответственно, их план удался. Но дельта — абсолютно очень сильный дисбаланс, поэтому есть шансы, ну, на новом контракте. Да, кстати, 105 470, в новом контракте у нас уже 105 650. И как видите, там на старом контракте это очень очень тяжело закрывается день. Здесь вот на макушке стоит, ждет, чтобы его выпустили на сильную динамику на рост. Ну, остановился как раз вот у агрессоров, ждет, пустят, не пустят. Поставьте алерт на 106, там уже сразу сработает. Так, напомню, что постоянно бывают такие случаи, когда нужно отойти от терминала, чтобы ничего не упускать. Настройте в Market Watch Alert Options. Вбивайте свой email и ставите, какие алерты вам будут приходить на почту. Начиная от сделок и заканчивая line, price и так далее.
Письма приходят в простом формате, конкретно рабочая информация, прайс такая-то, сделка такая-то, либо там уровень такой-то. И если в смартфоне настроено push отображение этих сообщений, то в принципе вам push уведомления приходят о состоянии там каких-то алертов ваших. Ну, это для тех, кто уже так сильно ушел в электронный трейдинг и ежедневно торгует, либо же мониторит. Так, ну, такая ситуация по РТС, конечно, полный реверс произошел, уже давненько развернулся контракт, и пока площадки для долгосрочного роста не сформировали, ну, посмотрим, как в новом контракте будет обстоять картина. Так, это у нас март 17, дельта. Вот попробовали 465 тонн 2 марта и 170, это было вчера. Ну, в общем, тут не особо на открывали в эти сессии. Прироста открытых позиций не обнаружено. Самый такой неплохой прирост был вот в середине февраля. Недельку старались вот здесь. В принципе, у них получилось, поэтому этот уровень не обязательно нужно взять на заметку. Вот он. Мы сейчас эту локацию также внимательно глянем на споте. Итак, если довериться автоматическому выделению зоны стоимости, а у меня тут стоит 30, не 70, я ставлю 30, 40, 50 в зависимости от инструмента. Поэтому у вас может быть другой коридор, чуть-чуть шире. Так, это ядро. Основной коридор, где были самые вот проторгованные цены, самые ликвидные. Ну и здесь, я думаю, очень большое количество времени я провел рубль, что в принципе тоже неплохо. Вторая площадка у нас формируется чуть ниже. Ее обязательно стоит выделить. 58 550, обязательно стоит выделить. Она не менее значима, чуть-чуть меньше времени рынок здесь был, но пока цена болтается выше этого массива, и это для продолжения нисходящей динамики пока не очень хорошие новости. Так, открытый интерес ушел. Посмотрим сейчас, как июнь 17. Ну, здесь идет прирост, и пока вот 7 числа незначительная. А, это в процентном соотношении. Так, вот у нас шорты идут сегодня, 10 числа. Сам покажу. Это на июньском контракте пока самая агрессивная дельта по сессиям. Вот. И торгуется новый контракт по цене 60 273, а мартовский у нас по 59 017, там чуть дороже. Вот, поэтому стоит он уже на коридоре массива. Нажмем сейчас клеечку, и будет отображение активного контракта идти, пока объем полностью не перейдет. Как только будет понедельник, я думаю, что уже будет ликвидность вся. Ну, на S&P точно, вот на рубле как перетекать будет ближе к 15-му числу, будет понятно. Возьмем этот коридор, также неплохая ликвидность прошла, 58 820. Если, конечно, лучше бы не надо. 61 550 по 62 130 в аккурат, просто вот поработали по диапазону четко, как будто инженеры какие-то держали коридор, отработали тоже точно инженерно, все как положено. Стоит выделить как сопротивление 61 550, 62 130. Контракт для спекуляции был просто невероятный и для среднесрочных трейдеров. Единственный вот период был такой
и то из всего этого периода достаточно так сложно было вот по, так скажу, эти дни. Вот если по моделям расторговки смотреть, ну да, вот январь, как только все вернулись с праздников, начался хаос. Потом все структурно ушли. И карабкаются потихонечку тоже с определенной схемой. На спот переходим. Посмотрим объем. Вы представляете, здесь 6 миллионов оборот. Пока рекорд за этот квартал не превысили. 15.03 так остается за ним первое место. Но 6 миллионов тоже неплохо. Тут практически все ключевые точки. Около 6 миллионов ликвидности понадобилось, чтобы взять под контроль уровень. Поэтому вчера была значимая сессия. Ориентируйтесь на цены. Хоть и дельта здесь на стороне байера, пока вот 59.45 есть шансы на защиту. Пятница пока не пришла на 59.5. Здесь также ушли с шорта 59.25, тоже есть уровень активности. Ну и 2 дня стоят, не пускают 58.75. Сюда ставим алерт. В принципе, пробитие этого барьера будет уже много чего подсказывать. Если это будет еще и ликвидно пробитие, отлично. 15.02 де-факто идут потихонечку на 59.5. Тут была, конечно, неделя примерно такого неоднозначного периода, но я думаю, это связано было с нефтяным сектором, не могли никак определиться, ждали события с этими ребятами. Так, как видите, если дельта проходит на стороне соляров, то потом это хорошенько на движение отобразится. Пока еще нет. Дельта еще не пришла. Пока полмиллиона примерно на стороне байеров. Ликвидность 6 миллионов. И даже есть больше 10%. То есть это не миф, ибо есть такие уровни. Но их нужно ждать, уметь. К сожалению, ждать очень тяжело. Не только торговли в электронном трейдинге. Весь огромный бизнес кредитов построен на том, что человек не умеет ждать. И это слабость человеческая. Если вы умеете ждать, вам просто в разы будет легче работать на финансовом рынке, чем другим участникам. Так, и подытожим. Значит, активная часть по споту за квартал 59, 15, 59, 45, округлим там 15, 50 копеек. Немаловажный уровень по ликвидности. Сейчас я ликвидные коридоры называю. Это 59.9, тут прямо в аккурат под линеечку ликвидность размещали, по 60.2. Тут же начинается массив агрессоров на продажу в несколько раз в разные периоды, то есть это укрепляет уровень. И тут прям 61 по 61.3, тут скорее всего был приказ не пускать выше котировку, просто вот 3 недели
Все, что приходило на 61, расстреливали с гаубицы. Так, тут очень много агрессоров. Суммарно, как бы, дельта понятно, но маячки есть и фильтры настроены. Итак, проблемный коридор вот в ближайшее время — это 57.7. Тут у нас, я включу дельту на scale. Ну, вы видите, тут серьезно поработали. Как минимум сразу уровень не сдадут. Поэтому осторожнее. Раз, неделька. Вторая, ну да, уже третья неделька там мучились. Поэтому вот такая может быть защита коридора на споте. Евро. Начал Wall Street Online, я вот эту вот цифру увидел. Как раз я зачитывал новости. Джун 17. Том на новом контракте и на старом в разы меньше. На еврике, видите, перешли практически раньше всех. Видимо, цена очень сильно была нужна. Так, идем дальше. Дельта на джун зашкаливает на стороне селлера. Есть уровень 36.07. И тут у нас череда с 6 февраля по 14 вся эта котировка усеяна агрессорами на шорт. Соответственно, массив тут сразу же берется во внимание вот этих трех сессий обязательно. На грани было разворота полностью в фьючерсный контракт. Удержали тут прям. Вторую неделю один и тот же сценарий расторговки ведут. Обратите внимание. Сейчас покажу. Кто заметил? Три дня сливают. И на четвертый вон ушли. Только в первом случае. Тут тоже три дня, правда, без резкого маневра. Тут второй день уже идет движение. Там сразу с первого остановили. То есть схема и на S&P такие тоже бывают торговые недели. Но только такой удар идет в четверг, в основном, не в пятницу. Ну, периодически всякое бывает, но такие можно и на S&P увидеть модели. Так, при такой ликвидности дельта у нас идет аж 5 тонн на стороне селлера. Открытый интерес аж 334 уже набежала. Ликвидность перешла, и потихонечку посмотрим сейчас, зачем мы уровнем. Так, из самых свежих последних. Дельта массива очень хорошо просматривается. Итак, тут у нас 3 дня, даже 4, снова вернулись на этот же коридор, и в завершение пока вот 0.540, 3 недели подряд по одному и тому же коридору работают ребята. Больше всего внимания, вон, 8 тонн, 866, 0.55. Точно крупный игрок, цифра прям аккурат, новая, вернее, целое число, ровненькое.
выделим этот диапазончик, он стоит внимания точно. Четыре раза не пускали за 0,5 месяц. И показательно, вот две сессии у нас была казнь, по стопам снимали. И 0,655, 0,685, тут точно возьмите на вооружение, уровень значимый. За ним вон три сессии по 0,7 поработали. На новом контракте пригодится уровень сопротивления, как 0,725. Защита пока есть, поэтому кто настроен на продажи, шансы еще есть, еще не все потеряно. Фунт. Еще, в общем, первая сессия на фунте на июньском, и она вот такая. С 6 марта идет только байер чистый, то есть это позиции открыли. Смотрим, какой-то интерес, тоже прирост, возьмите на заметочку. Дельте. Коридор интересный. И обратите внимание, три сессии как поддерживают, прям даже плоская такая защита три дня подряд. Интересно, что нам тут нужно по сценарию. Это реакция на эти объемные размещения, пока еще не сильно, но объем переходит. Потом, если все-таки они эту защиту не пройдут, расценивать, ну, спекулятивно можно и на шорты с этой локации. Давайте возьмем объемные массивы, выделим. Так, уже погрузился. Марс 17. Вот. И у нас 3 дня так прям очень агрессивно поработали в этом коридоре. Возьмем его обязательно на мушку. Плотность по дельте просто невероятная. И совместим еще с ликвидностью. Так, итого получился у нас уровень 1.2265 по 23.15. Сейчас еще раз проверим дельту. Вот такая вот дельта, в принципе, нормально. 7600, это точно заберем. 25.35 по 257. Далее 25.35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 раз не пускали выше, хорошенько защищался. Так, тут незначительный сброс топорей,
Нового пока ничего не прикупили. А кто-то смотрел COT отчеты в последнее время? Ну, за неделю. На этой неделе смотрели? Ну, они же могут 2 месяца заходить на покупку. Это же 3. Так, ну и здесь, конечно, выстраивается уже уровень саппорта. Возьмите на заметку. По инструменту. Серебро. Смотрели и как там по валютному рынку? Кто увеличил? Commercial large или mill, эти мелкие спекулянты. Так, тут на мартовском уже все. Ну вот, пока здесь. Ага, 28% перевес. Рядом с сессией по проценту 1,5, тут 28%. Интересно. Ну, там небольшая ликвидность, поэтому понятно. Не стоит учитывать, там где ликвидности очень мало, в процентном перевесе еще ни о чем не говорит. Так. На класса по фоне посмотрим. И тут прям на джун никто не стесняется, тормозят 102-ю жестоко. Интересная активность достаточно. Давайте склик возьмем. Это постоянно так происходит. Создается искусственно общий такой позитивный либо негативный фон, срабатывает эффект толпы, постепенно вовлекается. Все больше и больше игроков, и потом выходит отсчет позитивный, и оно
вернее негативные, все равно растут там. Поэтому распространенная ситуация. Так, ядро у нас 100, 100 по 60 и 101 по 50. Ту же последняя активность достаточно интересная по уровню 101.3. 1, 2, 3, 4, 5, 5 сессий подряд отпечатки байеров заметны, и тоже несколько дней подряд те же самые цены по 3 раза защищали. Тут прям сотку тарили, не стеснялись. Хорошенько поработали 3 недели одну и ту же котировочку. Вот, ну пока периодически по дельте и ликвидность, сейчас забыл, 35, топовая пока 58, еще больше было. Так, я склейку включил, потому что здесь по месяцу контракты, там сезонность такая отвлекающая такая. Так, ой, это золото подгрузилось, сори, не серь подгрузилось, а золото, не заметил. Новости увеличивают волатильность за счет резкого дисбаланса по ликвидности, подтягиваются вместе с этим со всей массой еще и плюс автоматика, которая реагирует на волатильность, она больше зарабатывает, когда рынок очень быстрый. Вот. И с короткими профитами для роботов это самое прекрасное время. За счет своей скорости они преимущественно выигрывают у человека за счет скорости и масштабности анализа одновременно разных даже каналов, то есть по ликвидности, и может спокойно себе такие маневры зарабатывать. Человеку надо больше времени и больше внимания. Так, 21 тонна такая уже была у нас, и вот пока последствия мы увидим. Сессия здесь 20 тысяч контрактов дельта, и сессия тоже 20 тысяч контрактов дельта. Ой, сори, не это, а вот рядом. 8 числа. Попросту можно ставить на 50-85 алертик. То есть коррекционный момент может быть спокойно, запросто. И пока 51 не осилят, будут стоять в этих водах. Обратите внимание, какая идет плавненькая увеличение дельты с каждым днем. Такой же маневр был. Плавненько все больше и больше. Открытый интерес, но пока вот так вот уходит ниже. Посмотрим сейчас по бренду.
Да, совсем забыл показать, кому нужна базовая статистика стандартная по кластерам, паттернам. Вот здесь включаете кнопочку, и появляется такой прицел, называют еще, ребят. Такая вот стандартная стата. Пипс, тут volume, volume и так далее. HZ квартал на бренде, вот такая вот яркая коридорная загрузка, 56 по 55,2, и самый плотный коридор 55,3 по 55,85, тут самая такая светлая часть. Если брать чисто февраль, там же не особо сильно изменилась коридорная часть, 55,5, 3 пятерочки по 56, вот как раз ровненько, отлично. Смотрим, что у нас тут творили. Понятно, понятно, вот даже пытались тормозить, видите, или высбрасывали по продаже, сейчас посмотрим. Даже что-то открыли, видите, немножко, но пытались тормозить этот весь коллапс. Открывали по открытому интересу, вот у нас зачинщик нашелся. И вот этот массивчик возьмите себе, 56,5 по 57, тут сопротивление прям такое откровенное, скажем так. Цена стоит на полу просто дня, плинтус, титанин 39, дельта на стороне селлера и ликвидка. На таком уровне не способна с такой мощностью развернуть, пока нефть, только новости хорошие может это сделать. Ну, в любом случае вам нужен ориентирный коридор 52,50 и 52. Тут две сессии, их основной объем и основная часть торговых сессий совпадает. То есть, ведь коридоры у них практически одинаковые. Там есть часть байеров. Ну, перевесе, как вы видите, по дельте пока еще не сильно у них получается. Возьмите на всякий случай для мониторинга. Если не закрепятся выше этого, то, скорее всего, это был просто промежуточный пит-стоп. Сильные агрессоры были на 54,4. Тут прям коридор весь усеянный красными масками. 54,4 по 55,1. На сопротивление очень... рекомендую взять его на заметочку. Так, золото. И в конце серебро. Там серебро настроить нужно будет. Час 18 уже. Ой-ой. Сори. Немножко затянули. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Возьмем прям сентября. Золото у нас все меньше. Трейдеры торгуют, судя по активности. Это с начала сентября, 12.09, и очень-очень-очень много было денег потрачено вот в этом коридоре. 12.12.12.35. По свежим уровням стоит взять вот этот коридор, самый свежий, так как тут у нас были давненько уже, а эти позиции еще могут иметь значение. Так, возьмем по дельте, посмотрим, и открытому интересу. Ну, понятно, тут у нас открывали позиции последний раз, ну как открывали, приток был хорошенький, все остальное вот это идет затяжное. Склейка вроде стоит. Итак, считаем. Раз сессия, два сессия, три, четыре, пять. Передохнули. Три, четыре, передохнули. Вот.
если золото с понедельника не будет уходить 12.08, пробивать 12.12, причем отпето так с настроением, то могут еще ниже сходить. Судя по последним маневрам, у них это вообще без проблем может быть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять сессий, потом две недели флэт. Поэтому тут запросто. Контрольные точки, которые... Так, давайте возьмем с декабря. И... Так. Сейчас уберу линию лишнюю. Ой. Так. Да, все-таки вот этот массив тут как минимум хотя бы потому, что здесь открывались позиции, тут мрак. Тут было открытие, поэтому возьмите за приоритет первостепенно вот этот. Потому что... А, телефон забыл включить. О, бог ты мой, сейчас. Одну секундочку. Так, смотри. 12.25 по 12.40 ушли ниже, соответственно, за поддержкой у нас остались вот эти ребята. Сейчас мы по дельте их зафиксируем. Ближайшие такие прям очевидные закончились где-то вот 9 января. Так, вот его и возьмем. Комбинируем вот эту активность 11.83, 11.71. Так, это у нас саппорт, потому что там, как видите, жуть была. А вот там посмотрим, уже в принципе есть какая-то 4200, возможно, остановит, потому что вот здесь, к примеру, вот эта остановка была практически нулевая дельта, здесь хотя бы 4200. Для золота это, в принципе, показатель неплохой. Сейчас мы посмотрим. Ну, ликвидность тоже, в принципе, терпима. Так что, кто нацелен тут что-нибудь прикупить, либо уже купил, ставьте алерты 12.08, 12.09. Если получится, то, ну, хотя бы до 16 коррекцию заберете. А там вторник, вернее, в среду, в четверг могут... жахнуть процентными ставками. Если вдруг Елен решит, что нужно понизить опять дешевле кэш, то я представляю, что может быть. Так, ну, в общем, такие вот уровни по золоту. Как видите, за последний, ну, за этот квартал буквально вот раз, два, три, четыре сессии было такое затяжное и однонаправленная коррекция, остальная вся часть была либо флетовая, либо на рост. Так что вот этот сразу не покупайте, пускай там 3-4 дня постоит, массив сформирует, не сразу, очень можно обжечься. Так, сейчас быстренько глянем серебро, я уже давненько его не смотрел. И будем прощаться. Сейчас, секундочку. Где у меня там серебрышко? Так, склейка у нас за этот квартал. Да. Так, у нас 7 числа что-то там были. Какие-то открытия. И это 3 семерки. Круто, мне уже нравится вот такой вот
диапазон счастливый, фартовый. Так, ой, да я не тот день выделил. Ой, вернее, не ту цену. 17-15 и 3 семерочки. Отлично. Супер. Проверим. Ликвидность ровненько идет. И посмотрим на дельту. Ух ты, первая сессия за... Вот, Михаил, вы прям знали, наверное, что там такой вот начудили. 2600 практически дельта. Такой дельты на покупку не было, наверное, с 29.12.2016 года. После такой дельты тут у нас было 200. Ну, естественно, потом сбросили по стопикам и на год ушли. С этой сессии ушли и больше туда не возвращались. Причем эта дельта еще больше. А процент от ликвидности, наверное, там вообще... Так, это у нас сколько процентов? 4,5. Здесь 5,7. Да, немножко меньше, конечно, процентный перевес. Но в любом случае, тут надо ухо востро. Как минимум быть готовым к сбросу стопорей, это еще примерно до точно 3 шестерок. 3 семерки и вот 3 шестерки точно могут туда толкнуть. Там такие сумасшедшие на финансовом рынке находятся, что запросто. Кто не верит, посмотрите 2008 год, когда S&P падал, остановились на 3 шестерках. Можем даже подгрузить данные, я вам покажу этот момент, там где тик касается в 3 шестерки, даже прокалывает и уходит, с тех пор S&P растет. Абсолютно сумасшедшие люди толкали цену до 3 шестерок. Я на сегодня все, спасибо, что пришли. Встретимся в следующую пятницу. Всех талантливых трейдеров, победителей, всех назовем, в принципе, все, кто неплохо поработали в этом контракте, так держать и не сбиваться с пути, никогда не опускать руки. Хороших, теплых, солнечных выходных, встретимся в следующую пятницу, запись будет на канале YouTube. Всем всего хорошего, до свидания, пока.